Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и это пятая серия по прохождению Resident Evil 2 ремейк. Компания за Леона Кеннеди. Уровень сложности хардкор. Так. И в прошлой серии мы повстречали моего любимого монстрика, лизуна, лизунчика. Вот, правда, он нас цапнул, засранец. Вот. И взяли медальон, открыли проход. И сегодня нам предстоит посмотреть, что нас ждет в этом проходе. Так она ведет под землю. Вот он наш выход. Лейтенант Бреннек, Марвин. Пора уходить. Эй, Марвин. Нужно доставить вас в больницу. Не, я... Спасайся сам. Ну же, держитесь за меня, уходи. Послушайте, мы ведь можем выбраться отсюда вместе, просто дайте мне... Слишком поздно. Леон, я пытался это остановить, но не вышло. Нельзя допустить, чтобы эта зараза распространилась. Теперь все зависит от тебя. Просто уходи. Понимаю. Я вас не подведу, Марвин. Да, Марвина жалко, жалко Марвина. Но ничего не поделаешь. Он укушен. И Т-вирус берет свое. Скоро он превратится в одну из этих тварей, в этих зомби. А может, еще в кого. Вот. Так, что это у нас? Это противопожарная система, что ли? Это гидрант. Так, статуэтки, лев и единорог. Здесь сейв рум. Давайте выложим ленту. Так, что еще у нас здесь есть? Макет. Полицейского участка, я так полагаю, да? Это часовня, что ли, здесь? Такого еще не видели. В принципе, все, печатная машинка, здесь больше здесь ничего нет. Вот. Давайте направимся, посмотрим, что у нас ждет, какие вкусности, какие страшности нас ждут впереди. Снова спускаемся в темень. Все ниже и ниже. Вроде поднялись на лифте вверх. Теперь спускаемся вниз. Или вниз спустились, я что-то так и не понял. Что это? Твою мать, что это за хрень прошла? Так, ладно, давайте я посмотрю. Разведаем обстановку. Смотрю, что здесь. Так. В принципе. Что это? Ручная граната. Так, понятно. Это все то же самое. Так, ручная граната. В первой части не было, по-моему, таких гранат. Там были только светошумовые. Ручная граната, разрывающаяся на металлические осколки, уничтожающие предметы окружения. Вот такая вот гранатка. Отлично. Пригодится. Пригодится. И
Че, здесь все, наверное, да? Больше. О, это ящик. Ключа у нас нет. А там какие-то за стеклом. Так полагаю, для оружия, что ли? Какие-то запчасти. Пока не взять. Окей. Еще вернемся, значит, сюда. Ну что, давайте отправимся сюда. Здесь какая-то тварь ходит. Не лизун, это точно. Там что-то в два раза больше. У нас в пистолете патронов нет, только дробовик. Так полагаю, это какая-то котельная, что ли. Там ходов, смотрите, сколько внизу. Так, здесь завалено. Туда еще наверх. Надо будет, наверное, проход себе делать. Мост. Скорее всего. Вон там пульт управления, да. Или что-то... А. Я думал, здесь завалено. Оказывается, пройти можно. Что за... О боже. Господи. Блин, боюсь, слова тут не помогут. Чё за жесть? Друзья, короче, это... Уильям Биркин. Помните, да, отсылочку из первой части в конце? Вот. Это тот чувак, который изобрел G-вирус, короче. Так. О! У нас здесь аптечка. Отлично. Давайте сразу ее объединим с красной. Хорошо не выложили, а, красная? Патроны. Отлично. Оу! Беги, беги. Вот. Так. Что там с ним происходит? Так, давайте пистолет выберем. Вот. И, короче, он вколол себе G-вирус и превратился вот в такую хрень. В оригинале он, в принципе, несложный был. Не знаю, как здесь. Здесь, я думаю, будет жесть. Не, он глаз. Надо стрелять, наверное, в глаз, так полагаю. О, тупик. Эй, аптечка. Еще одна. Отлично. Объединить. Воу-воу-воу-воу! Жесть, на грани просто. Просто на грани. Так, берем аптечку. Патроны. Валим. Красная трава еще. Еще патроны. Так. Блин, а мы съели, да? Еще патроны. Отлично. Да что ты меня опять зажал тут? А, жестяк, короче. Надо собраться. Не давать ему, короче, это... Загнать нас в угол. По кругу бегать. Чё там все с ним происходит? У меня нет выбора, придется драться. Да это уж понятно, что надо драться. Так, где он? Вон он бежит. Короче, бегаем вот так по кругу от него. Бегом, 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 бегом.
Так, попали. Отлично. Блин, он шустрый. Засранец. Воу-воу-воу-воу. Слишком близко. Слишком рядом. Не догонишь, не догонишь. Да хватит уже. Сколько можно-то? Бегом, бегом, бегом! Засранец догнал. Последний. Есть. В глаз попали. Бегом, 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 Леон. Так, у нас еще есть аптечка, да? Отлично. И внимание. Отлично, еще нормально. Так. Получи. Так. Глаз снова вылез. Блин, я не знаю, патронов хватит или нет. Где он? Твою мать. Бегом, Леон. Есть, в глаз попали. Отлично. Воу! Слишком близко. Так. У нас, в принципе, обойма. Короче, надо бегать вот так по кругу. Не подпускать его к себе. Ну где ты там? Черт, куда пропала эта тварь? И где он? Какая-то жесть. Где он? Воу-воу-воу! О, жесть! Откуда-то вывалился. На тебе в голову. Блин, вот в эти моменты, когда в голову, наверное, надо с ружья стрелять. На еще раз. Отлично. Главное, блин, чтобы патронов хватило. А то я не знаю, что делать. На тебе еще раз. Живучая тварь. Воу-воу-воу-воу. Так, перезарядить. Фу, прям до дрожи что-то. Меня аж потряхивает. Заманал бегать. Жесть. У нас еще две гранаты осколочные есть. Я думаю, они, если что, помогут. Если он нас схватит. Блин, он прям в спину дышит. Есть. Так, отлично, он трансформируется. На тебе в голову. На тебе еще раз. Воу-воу-воу-воу! Еще раз на. Перезаряжайся. Сколько можно-то? Сколько еще раз попадать по тебе? Воу-воу-воу! Черт! О, жесть. Два патрона. А он все психует и психует. Бегом! Так.
Осталось ружье только. Бегом, Леон, бегом, бегом. Перезарядочка на ходу. Да что ты? Че ты такой живучий-то? Падла. Бегом! О, жесть. Фу, за мной кто-то наблюдает. Это просто жесть скач. Весь измазался в каком-то дерьме. Ох, надо отдышаться просто. Хорошо, спасла, просто спасла граната. Друзья, это было эпично. Так, я надеюсь, эта тварь больше не вылезет. Нам бы сохраниться. Было бы вообще ништяк. Так, давайте посмотрим, может мы что-то пропустили где. Я не знаю, может какой-то есть еще другой способ с ним бороться. Если есть, то пишите в комментариях, кто прошел игру, кто видел. Вот. А то ж я не знаю. Блин, если все такие бои будут жесткие, я не знаю, где брать патроны, где брать аптечки. Это надо вообще как бы всю игру, короче, просто не стреляя, проходить. А если даже и будет ножик, то я думаю, он не поможет. Так, ну в принципе, мы что-то тут на ходу, как пока бегали, короче, насобирали. Вроде как все, больше я здесь ни черта не вижу. Вот здесь еще нет ничего. Хо, так, короче, нам надо наверх, да, получается, обратно. Я думаю, сбегать, сохраниться, на всякий случай. Просто если нас убьют... нас убьют, то... Так. Что-то лежит. О, порох. Порох, нормуль. Пригодится. Аптечка. Можно скомбинировать. Можно было сразу, кстати, скомбинировать. Ну, ладно. Кстати, а мы вторую-то аптечку не потратили. О, это крутяк. Сэкономили аптечку. Ага. К сохранке-то не пробраться, блин. Пипец. И что делать? А если убьют? Так, что у нас? 5 патронов. Что у нас? Здесь у нас пульт управления. Пульт управления. Давайте посмотрим, что здесь еще у нас. А, ну, в принципе, надо, короче, дорогу себе сделать. А, он сам, оказывается. Сам, оказывается, может это сделать. Да. Конечно, жесть. Ну, бои здесь эпичные, просто эпичные. А, вот и сохраночка, отлично. Все продумано. Все у разработчиков продумано.
что здесь у нас лента. Здесь у нас лента. Давайте сохранимся. Не, давайте сначала посмотрим, что можем выложить. Так, я не знаю, порох. Порох. О, давайте патроны для дробовика еще возьмем. Отлично. Так, порох. Давайте, наверное, сделаем немножко патронов для пистолета. Аптечку мы выложим. Причем обе. Выложим. Гранату оставим. Доски мы тоже оставим, наверное. Может пригодятся еще. Так, ну ленту мы истратим сейчас. Так, ленту мы истратим. Давайте вот так поверх. 4 слота нам хватит, я думаю. Ну и погнали. Погнали. Наши городские. А, надо этот патроны сделать. 8, но... Так, на всякий случай. Хотя, блин, я думаю, я затупил с патронами. Итак, парковка. Кстати, в оригинале на парковку мы выходим вообще по другому месту, по другому пути. И в оригинале на парковке мы должны встретить новый вид врагов, как бы новый старый. Ну, как говорится, новое — это давно забытое старое. Короче, собак мы должны встретить. А вот собаки — это жесть. Одни из моих нелюбимых монстров. Вот эти церберы. То, что по ним... Во-во, завыли. Я ж говорю. По ним, потому что фиг попадешь, короче. Че за фигня? Говно стекает по стене. Отличная вообще картина. Так, здесь у нас проход. Еще вон там вниз проход. Что-то под загрузки непонятные. И, короче, в этой локации, тоже в оригинале, мы должны встретиться с Адой Вонг. Так, здесь нужна карта. Черт. Нужна ключ-карта. Да ладно. А! Отойди от меня. Эй! Кто это? Будь настороже! Опусти оружие. ФБР. Прошу прощения. Спасибо. За помощь. Не ожидала, что вы заберетесь так далеко. ФБР, значит? И что тут происходит? Не могу сказать, информация засекречена. Вы куда? Сделай себе одолжение, перестаньте задавать вопросы и убирайтесь отсюда. Эй! Я с тобой еще не закончил. Слышь? Что-то какая-то Ада дерзкая, да? Фу,
Хоть не пришлось с собакой сражаться. Ну, вы заметили, да? Сколько? Три патрона, да, в нее всадили? В голову. Один в шею и два в голову. Так, окей. Окей. С чего начать? Начнем, наверное. Так, а я так полагаю, да. Зеленая это открытая дверь. Это закрыта будет дверь. Угу. И там зеленая дверь. Давайте, может, сходим, где открытая дверь. Пускай эта дерзкая бабенца идет по своим делам. Ух уж эти локации-то, о, блин, зонтик. Так, и куда нам? Сюда или туда? Так. А это тир? Если это тир, то здесь должны быть патроны. Логично? Логично. Зомбарь лежит. Так, там что-то лежит. Патроны для дробовика, блин. И там зомбарь. Окей. Уведомление об утилизации. Предмет для утилизации. Ключ от патрульной машины 7439. Подробности. Погнутый ключ непригодный к использованию. Система дистанционного отпирания дверей позволяет открыть двери и багажник. 7439. Запоминаем. Это что у нас? Коробочка. Прикольненько. Жестяной контейнер. Давайте изучим. Внутри что-то есть. О, 7439. Потертый ключ. Ключ зажигания автомобиля. Лезвие погнуто. Ага. Получается, надо будет это проверить. Какая машина там. От какой машины это? Этот ключ. Сообщение от мистера Енота. Что это? Здорово, мальчишки и девчонки. Это ваш друг Енот из зоопарка Ракон-Сити. Рад встрече. Хочу рассказать вам кое-что очень важное. Видели мои куклы мистера Енота, которые всем так нравятся? Так вот, я узнал, что непослушные дети стали использовать их в качестве мишеней. И мне от этого очень грустно. Хорошие детки не будут так обижать куклы, ведь правда? К тому же это очень-очень опасно. Никогда так не поступайте. Словом, увидимся в зоопарке. До встречи. Так, ну мы уже поняли, что надо стрелять по этим енотам. Но у нас и так патронов мало. Так, окей. Так, патронов мало. А еще будем тратить на каких-то енотов. Вон, кстати, стоит енотик. Так, аккуратно, короче. Чтобы не разбудить спящих зомбарей. Проходим, проходим. Патрончики, отлично. Или все-таки выстрелить? Зомби встанут. Нет, не встали. Окей. Блин, может что-то у него лежит? Нет. А у этого? Тоже нет. Загорелось бы.
Что у него что-то есть. Окей, уходим отсюда. Здесь у нас красная. Здесь забаррикадировано. Это мне показалось или там кто-то пробежал? Показалось. Мне уже мерещится. Так, отлично, закрыто. Окей, идем, короче, на парковку. А, мы еще сюда не ходили, да? Ну, давайте взглянем. Если слишком далеко, то пойдем. О боже! Так. Если слишком далеко, то пойдем. А. Завален. Синяя трава. Синей травки у нас еще не было, друзья. Синяя трава, растущая в горах Арклей, очищает тело от токсинов. Так. Если мы взяли синюю траву, значит, что-то здесь сейчас будет. Какая-то фигня, которая травит. Слышите рычание? Я слышу. Это клетки, да? Клетки для собак. Пипец. Сейчас что-то начнется. Я же говорю. А, вот псина. И сверху псина. Умри, тварь. И верхнюю тоже сейчас прикончим. Чё еще? Пипец. А вон. Ну, тварюга. Слышали? Порох. Отлично. Так, там говорилось, порох еще для этого, для револьвера можно. Три желтых для револьвера. Давайте не будем тратить, короче. Так, что здесь у нас? Черта. Да, все-таки далеко-далеко идем. Нам бы машину проверить. Так. Нога. Нужен еще один винтель, чтобы открыть. Давайте здесь посмотрим еще. Что такое? Так, зомбарь сидит. Оживет. Не оживет. Бумажка? Нет? Ничего. Здесь пустая.
Это, короче, морг, да? Больше на морг похоже. Ну, в принципе, я здесь ничего такого. А, о! Удерживать. Так, ничего нет. Задвинем. Можно каждую, что ли, открыть? Воу-воу-воу-воу-воу! Нет-нет-нет, иди ты. Вот зад. Здесь пусто. Как мне его посмотреть? А, во. О, ключик, отлично. О боже, изучить бубновый ключ, ключ с головкой в форме бубновой масти. Воу-воу-воу-воу, и тот встал. Знаете, челюсть. Блин, два патрона. Так, здесь что-нибудь лежит? Ни черта нет. Ну-ка. Да пипец. Да жесть какая-то, ну. Сколько? 4 патрона, блин. Чё за бред-то? Я так не напасусь на них. Чё-то там лежит. Сейчас тоже встанет, блин. Световая граната. Так. Пошёл нафиг. Сиди там. Пусто. Пусто. Вот он. Ой, блин, тараканы. Просто Леон, расхититель могил. Объединить. Все. Валим отсюда. Слишком мы здесь много потратились. Уходим, уходим. Собаки, я думаю, они бы повыскакивали, если бы мы их не убили, короче. Так, и сюда. Чё там? Там что-то замигало, что ли? Чё-то? Нет? Так, я думаю... Я лизуна слышал, ну чё это? Или у меня глюки? Так, я похоже переиграл в Resident Evil. У меня уже глюки. Так. Какая из машин у нас здесь? Изучить. Слишком, слишком громко. Чего у нас здесь? Ложа Матильда. Все для Матильды, короче. Блин, а нам ничего не поменять, да? А, вот можно. Вместо вот этого ключа, короче, выбросить.
Отлично. Деталь для Матильды позволяет выпускать по 3 пули за выстрел. Блин, а вот это прикольно. Надо, короче, это... Будет Матильду брать. Чё за звуки? Так. Что, давайте спустимся. Уберем порох. Так, убираем это. Так, Матильду, наверное, взять. Матильда. Ну, придется, наверное, вот этот пистолет самурая убирать. Походим с Матильдой. Вот такая вот у нас штуковина получилась. Так, не надо мне объединять. Вот, прям на 2 слота. Ну, в принципе, у нас все. Давайте берем ленту. И сохраняемся. Вот. И на этом я буду заканчивать видео. Насыщенная серия получилась. Очень насыщенная. Вот. Даже удалось с Уильямом Биркиным подраться. И встретили Аду Вонг. Причем я только сказал, что мы в этой локации должны, по идее, встретить Аду Вонг и собак. А получилось, короче, все вместе просто в одной каше. Вот. Ну, я на этом заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, все ссылочки будут в описании. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.